Давайте избавимся от идеи того, что скучно нам не будет, если случится что-то такое, вот как бы оно, во-первых, не случится. Во-вторых, не от этого зависит скука. Скука зависит от того, насколько вы способны ощущать биение жизни здесь, сейчас, в ее необузданности, в ее неясности, в ее неопределенности, и испытывая удовольствие от того, что, несмотря на всю эту неопределенность, вы получаете одно от нее, другое, третье, и способны это сделать ценностью в рамках своего собственного существования, а не принимать это как должное, как неизбежное.